Иду к индюшке с индюшатами. Класс, смотрите, 2 яйца. Молодец. Ну ты молодец просто. Ты хочешь гулять? Ну выходи, ты не будешь драться? Ты не будешь драться? С индюшкой второй. Ну выходи, выходи с ней погуляй. Класс, смотрите, 2 яйца уже. Может быть, мне уже ее отсаживать от них? Вот такие красавчики. Индюшата. Все нормально у них. Ты за старшего, я так вижу, да? Вот этот серенький, за старшего. Ага, смотрите. Индюшка набросилась на зерносмесь и на ракушку. Вот что значит, птица начинает нестись. Хочет комбикорм. У нее здесь есть детский комбикорм. Надо, кстати, добавить. Смотрите, съели. Но зерно она любит больше. Заходишь к детям? Ну, заходи. Заходи. Приготовила я вам сегодня сюрприз. Вернее, хочу приготовить вам. Заходи, сейчас будет сюрприз. Вот, смотрите, присаживается. Присаживается, это индюшка хочет индюка. Все, заходи, заходи, малышам, заходи. У меня в хозяйстве я всегда показываю вот такие гнезда с яйцесборниками. Собирать яйца, конечно, с таких гнезд очень мне нравится. Очень классные гнезда, удобные. Но есть вторая сторона этих гнезд. За ними нужно ухаживать. Лето – это у меня генеральная уборка в этих гнездах. Я обычно их выношу, мою, дезинфицирую, крашу и так далее. Это я делаю летом обязательно. И еще делаю один раз перед зимой. И даже бывает весной при необходимости. Поэтому, если захотите делать такие гнезда, готовьтесь к тому, что это тоже большой труд. Труд ухаживать за этими гнездами. И сейчас у меня генеральная уборка. Что значит генеральная уборка этих гнезд? Это убирается весь линолеум. Смотрите, я все убрала. И под линолеумом, конечно же, скапливается и песок, и грязь, и мусор. Он забирается туда через боковые щели. И вот теперь сейчас я все это
выметаю. Можно это сделать, конечно, с помощью пылесоса. Но вот так вот все эти щели я прохожу шпателем. Все это выгребаю. И вот так мочалкой, щетками все это выгребается. И после этого всего, конечно же, эти гнезда я буду обрабатывать препаратом от клеща. Как бы вы ни старались, но красного клеща нет только в новом курятнике и в новых гнездах. Как бы вы ни старались, этот паразит существует везде и всегда. Особенно с наступлением жары он активизируется. От этого страдают, конечно, наши куры, а впоследствии и наши яйца. Потому что куры, когда их кушает клещ, грызет каждую ночь и каждый день, конечно, не перестают нестись. Поэтому вот такие профилактические меры для гнезд. Тот, кто хочет гнезда с яйцесборниками, готовьтесь к тому, что нужно будет регулярно, хотя бы 3 раза в год, делать уборку в таких гнездах. А обработку от красного клеща регулярно. Вот так вот все абсолютно сняла. Все абсолютно. Вот так протерла. Все сухо. А теперь я обрабатываю или сибацил, или бутокс. Какой найдете препарат. Обязательно нужно обрабатывать. Конечно, можно попасть на подделку недоброкачественного продавца, но стараюсь покупать препарат в разных ветеринарных аптеках и надеюсь, что хоть один раз мне попадется настоящий препарат. И когда говорят, что эти препараты не работают, я с этим не согласна. Здесь нужна регулярность. Потому что этот клещ размножается со скоростью звука. И у него несколько циклов роста. И пока вы убиваете просто клеща, то яйцо этого клеща спокойно лежит себе и ждет своего часа, когда развится. Поэтому желательно каждые 5 дней обработка в течение хотя бы некоторого времени. И тогда уменьшается значительно популяция этого клеща. То есть одного раза недостаточно. И учитывая то, что это может попасться еще поддельный препарат. И вот так все хорошо промачиваю. И обрабатываю не только гнезда, но и насесты обязательно все, стены обязательно и пол. Но прежде чем это делать, я, конечно, видите, все тут почистила, убрала, потому что на помете живет этот клещ и может задерживаться. Все обрабатываю, потому что нужно это делать молча и в защитной маске.
индюшку с индюшатами вынесла вот так вот на улицу. Загородила. Но пришлось вот так вот досточками закрывать низ, потому что самые худенькие выходят. Пока они у меня здесь были на улице, следила за котами. Вот сидит кот. Это чужой кот. И что у него на уме, я абсолютно не знаю. Поэтому приходилось отвлекаться, наблюдать, чтобы чужие коты сюда не добрались. Но травы, смотрите, как подъели. Хорошо подъели траву. Буду сейчас их переносить в вольер. Погуляли немножко и хватит. Тепло, день теплый. На солнышке. И обязательно делаем так, если мы делаем вольер, делаем так, чтобы в вольере было и солнышко, и тенечек, чтобы птичка имела возможность сама выбрать, где она хочет находиться. Или на солнце, или в тенечке. Поэтому сверху у меня обязательно было прикрыто от палящего солнца. Ну, а мадам хочет гулять. Она хочет идти. Ей здесь сидеть не хочется. Но для того, чтобы ее выпустить, это нужно за ней наблюдать. Все, идемте домой. Покушали травку. Погуляли.
все кушают хлеб. Хлеб даю размоченный в воде. Цыплята тоже очень любят хлеб. Размоченный в воде. Всегда так даю. И ничего страшного. Подстригала я, и все равно глаза почти закрыты. Вот это все я состригала. И вот тут тоже стригла. Конечно, видят лучше, чем было. Главное, чтобы видели корм. Основная цель стрижки вот таких чубатых цыплят, это для того, чтобы они хорошо видели корм. И хорошо кушали. А здесь все быстро съедается. Все, смотрите, ничего нету.
каждый раз, когда приезжаю, работа находится везде. Вот и в теплице тоже, да, есть работа. Находятся веточки, которые не подвязанные. Нужно подвязать, подкрутить нужно каждый стволик, каждой нитки. Вот как отрастает буквально за 2 дня. Вот так за 2 дня отрастает. И все это нужно подкручивать. Помидоры набирают вес. И в один прекрасный день обнаружится здесь много помидоров. Потому что сейчас в основном их за листьями не видно. Но придет день скоро, когда здесь будет много-много помидоров. И вот так вот хожу, нахожу ветки, которые не подвязаны, подвязываю и прорезаю листья. Листья прорезаю между рядами. Вот так становлюсь между рядом. И все, что лишнее, все это вырезаю. И, естественно, пасынки. Тоже за ними нужен глаз да глаз. Иначе будет очень сильная загущенность. А нам это здесь не нужно. Теплица, напоминаю, открыта с 2 сторон. Обязательно 2 прохода и здесь сквозняк. И 2-й проход открыт. И когда ветер, то помидоры наши шевелятся. Это для теплицы очень хорошо. В этот момент, когда дует ветер и в теплице шевелятся помидоры, в это время у нас каждый цветочек становится помидором. То есть это получается непроизвольное ветром опыление цветков. Нам не нужно ходить вот так трясти помидорами. Нам не надо, чтобы сюда пчела залетела. У нас есть сквозняк, у нас есть ветер. Он нам подсушивает помидоры, если за ночь у нас, не дай бог, получился здесь какой-то конденсат. Ветер нам опыляет цветы. Теплице, где растут у меня перцы, до сих пор сидит у меня шпинат. Все жалею его, жалею. Понемногу листочки рвали, кушали. А теперь вот этот деликатес я дам, наверное, цыплятам. Им нужны витамины. Шпинат пойдет курятник для цыплят. Поделила всем поровну. Сюда цыплятам шпинат, а сюда листья буряка. Все по-честному. Боятся. Положила им зелень. Шпинат этим цыплятам тоже дала витамины. Ну, с опаской, с опаской. Но сейчас они разнакомятся. Прячутся. Идите кушать. Идите все кушать.
находятся они у меня в самой крайней точке курятника, и сюда меня очень редко заносит к ним в гости. Они такие красивые, хочется смотреть на них и смотреть. Но захожу сюда я очень редко. Самое меньше посещаемое мною место, как ни странно. Но ничего, с огородами немножко разгребусь и уже больше внимания буду уделять им. Надо сейчас обойти вокруг и там с ящика еще выгнать, чтобы вышли покушать. Бегут, бегут, увидели. Увидели меня с ведром. Я иду собирать яйца. Иду собирать яйца в гнезда, которые прошли небольшую дезинфекцию. Но это еще не все. Это только начало. Для того, чтобы все было хорошо у курочек, это надо сделать еще несколько раз. Одного раза это абсолютно не хватает. И если кто-то думает, что один раз побрызгает и сразу же красный клещ пропадает, то этого быть не может, какой бы ни был препарат. Здесь нужно учитывать цикл развития этого клеща от яйца и до самого клеща. Это проходит какой-то период, поэтому эти гнезда я буду еще не раз и обрабатывать, и буду использовать другой препарат. И все-таки хочу, чтобы эти гнезда мои были к зиме готовы. Поэтому сейчас усиленно занимаюсь этим вопросом. Посмотрим, что нам снесли курочки уже в эти гнезда. Но эти гнезда, покажу вам, кстати, гнездо, как оно устроено. Меня спрашивали, как устроено это гнездо. Вот оно сейчас у меня без линолеума, потому что оно тоже у меня будет обрабатываться несколько раз. Вот так вот оно выглядит. Вот такие брусочки вырезаны. И благодаря вот такой конструкции мы достигаем цели, что у нас получается горочка с боков к центру этой дырки. А сверху уже укладывается линолеум. Пока линолеум укладывать не буду. Ну и как видите, шторы я постирала. И шторы все-таки я одела. Потому что куры привыкли уже к внешнему виду этих гнезд. И поэтому не хочется мне их пугать. Шторы несут тоже немаловажную роль. Они служат для курочки укрытием. Вот, для того, чтобы она там спокойно села и неслась, и чтобы никто ей не мешал. Линолеума здесь нет, все, смотрите, подсохло, вот так вот, все высохло. Гнезда со скатом яиц в яйцесборник
должны обязательно проходить вот такую обработку от красного клеща, который мешает нашим курочкам спокойно нестись. И посмотрим, что у нас тут с яйцами. Так, вот, видите, даже яйцо немножко разбилось. Это, я думаю, что именно потому, что там линолеума нет. Но линолеум я пока застилать не буду. Пока я полностью не обработаю все гнезда по инструкции, так как положено. Ой, какое красивое яйцо, смотрите. Шоколадное. Это несет курочка маран. Ну, вот это яйцо видно, потому что нету линолеума, ударилась. А может быть, курица клюнула. Так, и еще два яйца. И вот так выглядят гнезда, смотрите. Вот, во время обработки. Это гнезда полностью без линолеума. Еще буду несколько раз брызгать, поэтому линолеум застилать нет смысла. Ну и по традиции иду за яйцом араукана. Ага, вот она сидит. Так, ну что, будем забирать у нее яйцо сейчас или чуть попозже прийти? Несется как раз, она здесь несется сейчас. Ладно, я приду попозже заберу. Не хочу ее пугать, она, эта птица такая пугливая, араукана. Приду попозже. Беленькая сидит. Сторож. Иду, посмотрю в третьем вольере. Яйца Легорна. В третьем вольере. А в третьем вольере нету. Смотрите. Ни одного яйца нет. Странно. Все-таки мне не хочется верить, что коты съели полностью, все яйца забрали. А с другой стороны, в один день перестать нестись и индюшки, и куры тоже не могут. Ни одного яйца такого быть не может. Но у кур такое бывает, особенно у кур молодок. То, что касается легорнов, может быть такое. Они несут маленькое яйцо, потом они немножко останавливаются, перестают нестись. И потом уже несут крупное яйцо. Так что посмотрим на моих легорнах, так ли это будет. Наверное, просто отдыхают. Но вот следующие яйца уже будут крупные. Что сидит? Я хочу тихонечко забрать у нее яйцо. Какое оно большое! Смотрите, какое оно красивое! Красивое и большое.
Я думаю, что она хотела еще одно снести. Она пошла садиться опять в гнездо. Смотрите. Приду еще перед самым отъездом. Может быть, она снесется. Рву уже все огурцы. Это огурцы у меня на ранние. Я сажу всегда в теплицу. Вот так вот немножко, с одной стороны, в начале теплицы несколько штук с одной стороны, а дальше пошли перцы, несколько штук с другой стороны, и дальше тоже пошли перцы. И такого количества на раннее, пока у нас вырастут в открытом грунте, этих огурцов мы объедаемся. Судя по тому, что араукана ходит уже по вольеру, значит, надо проверить яйцо. Есть, конечно же. Молодец. Есть. Голубое, красивое. Класс. Забираю. В этом году у меня буряк очень быстро пошел расти. Раньше, чем обычно все года. Это потому, что я его очень быстро прополола. Буряк любит прополку, и после первой прополки он сразу идет в рост. И поэтому у меня теперь будет что? Правильно. Борщ. Первого молодого буряка. Вот таких надо мне найти штучек 5-6. И вот так вот, как будто прорывка идет. Это самый ранний, я вам рассказывала, буряк Бреска. Он очень сладкий, темно-темно-бордовый. Очень вкусный. И как видите, он даже опередил мои цилиндрические сорта, которые обычно у меня бывают раньше, чем вот такие круглые. Но вот этот Бреска, конечно, фаворит раннего буряка. Так как я прорывку буряка не делаю, поэтому рву не жалея. Первый буряк рву столько, сколько мне надо. Цилиндрический буряк тоже уже есть, но все-таки ранний есть ранний. Цилиндрический буряк я люблю садить, потому что он очень быстро начинает расти. Тоже можно уже рвать на борщ. Индюшата были под ней.
Все, ухожу, ухожу. Какая она беспокойная квочка. Постоянно. Ко-ко-ко. Кво-кво-кво. Это кошмар, какая она беспокойная. Что ты их там запрятала всех? Только снесет первое яйцо, сразу пойдет в курятник. Они уже большие, нечего их нянчить. Тут тепло, они могут без нее обойтись. Но пока не снесла первого яйца, я, конечно, этого не делаю. Обязательно не забываем закрывать кормушки. Все.